Чё туда-сюда вот это сами? Так, побежал. Тут он побежал. Коп. Стоим. Пошли. Наручники иди. Чего? Кто сказал наручники? Что? Я ехал по улице Транспортной, то есть до этого этого водителя видел то, что он совершал неадекватные действия. В конце концов я остановился на светофоре и почувствовал удар сзади. Отодвинуло меня на два корпуса, то есть я вышел и увидел то, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, то есть он вообще не шевелился, он не выходил из машины. В конце концов вышел и начал на меня кидаться с угрозами и с драками. Он предложил деньги, то, что сейчас кто-то подвезет. В конце концов через полчаса приехал человек и предлагал мне 50 тысяч за то, чтобы мы разъехались на месте и не оформляли это ДТП. Так как оказалось, машина служебная. Подъехали сотрудники ГИБДД, то есть и все это остановили и начали оформлять само происшествие. Человек отказался от медосвидетельствования, не предоставил никаких документов, то есть кроме страховки, которая вывалилась из него. Он оказался сотрудником полиции. Мы подъехали на место ДТП, увидели водителя. Он находился в состоянии опьянения. Ну, по предварительным данным, вел себя неадекватно. Спустя некоторое время он попытался сбежать. Сотрудники дорожно-патрульной службы его задержали. Стоим. Пошли. Он хотел завладеть моей камерой, напал на меня. Сотрудники дорожно-патрульной службы отреагировали абсолютно адекватно. Ребята, которые там присутствовали. То есть его, наручники, так скажем, усмирили. Чего? Надели на него наручники, применение спецсредств было. И припроводили его в патрульный автомобиль. Что? Были вызваны сотрудники ППС, которые поместили его в свой патрульный автомобиль УАЗ. Не за надо, руку сломаешь. Возьми к себе ближе.